Устройство защиты от дугового пробоя серии Proxima. Уникальная новинка в ассортименте модульной автоматики ЭКФ. УЗДП предназначена для 100% защиты жилой и коммерческой недвижимости от пожаров, возникающих в результате пожароопасного дугового пробоя – искрения. Устройство по уникальному алгоритму распознает искрение и отключает сеть, предотвращая возгорание. Причиной более 70% пожаров на объектах жилой и коммерческой недвижимости становится непреднамеренное искрение, которое может быть вызвано ослабленным контактом, механическим повреждением кабеля или изоляции, дефектным, передавленным или поврежденным грызунами кабелем, кабелем с заниженным сечением, соединением медных и алюминиевых проводов в проводке. При возникновении любой из этих ситуаций и появлении искры, УЗДП от ЭКФ накапливает информацию об энергии дуги и при достижении значения более 30 джоулей отключает нагрузку. Это возможно благодаря наличию специального микроконтроллера. При этом УЗДП реагирует исключительно на дуговой пробой в электропроводке и длительное искрение, не допуская ложных срабатываний при возникновении волновой характеристики, похожей на дугу. Таким образом, УЗДП в сборке с автоматическим выключателем и УЗО обеспечивает полную защиту электропроводки от возгораний. Автоматический выключатель защитит от токов перегрузки и короткого замыкания. УЗО – от дифференциальных токов. УЗДП – от дугового пробоя. Важно отметить, ЭКФ производит серию УЗДП Proxima со встроенным функционалом автоматических выключателей. УЗДП оснащены встроенной защитой от аварийных сверхтоков короткого замыкания и токов перегрузки, обнаруживают и ограничивают ток дуги и тем самым максимально снижают риски возгорания от воздействия токов дугового замыкания, при этом исключая возможность ложного срабатывания. Технические характеристики устройства. Номинальный рабочий ток от 6 до 32 ампер. Устройство с номинальным током выше 32 ампер находится в разработке. Время токовая характеристика расцепления – BC. Предельная коммутационная способность – 6 кА. Поперечное сечение подключаемого провода – от 1 до 25 мм квадратных. Подключение по шине PIN-FORK осуществляется сверху, что способствует повышению безопасности и удобства электромонтажных работ. Наличие на приборе индикатора состояния позволяет отслеживать текущее состояние работы. Устройство полностью соответствует требованиям ГОСТ. Используйте УЗДП от ЭКФ и сделайте электрику в доме безопасной на 100%.